не допускается нахождение посторонних лиц на объектах и территории образовательной организации. Вход по паспорту и с досмотром в ангарские школы и детские сады теперь просто так не попадешь. Госпитализация была вынуждена тем, что повысился приток пациентов. А был ли ремонт? Палаты инфекционной больницы приходят в негодность, но там продолжают лечить детей. Если ставить нашу технику борцовскую, что мы разнообразны и удушающим, и болевым, то думаю, что мы его и в партере перебьем. Ангарское побоище. Спортсмены готовятся к боям без правил мирового масштаба. На телеканале «Актис. Время новостей» с основными событиями среды вас познакомлю я, Наталья Зарубина, и мои коллеги. В школу по паспорту в образовательных учреждениях Ангарска ввели особый режим посещений. Для кого вход ограничен и почему, расскажем в сюжете далее. За ребенком только с паспортом. С этой недели безопасность в образовательных учреждениях Ангарска на особом контроле у всех оперативных служб. В связи с недавними событиями в соседней республике, где от рук подростков пострадали ученики 7 класса, в школах и садах введен особый пропускной режим. Кроме того, не допускается нахождение посторонних лиц на объектах и территории образовательной организации. Осуществляется обязательная проверка удостоверения личности и ведение специальных журналов, где каждый посетитель расписывается и вносятся его данные о том, что он пришел в образовательную организацию. Теперь охранники школ или вахтеры вправе потребовать посетителей даже расстегнуть сумку для того, чтобы убедиться в отсутствии там опасных предметов. К работе по безопасности детей активно подключились социальные педагоги и психологи. На этой неделе прошли тестирование учеников и классные часы, посвященные детскому терроризму. В связи с событиями, которые произошли на прошлой неделе, угрожающие безопасности детей, в школе были проведены классные часы, был проведен инструктаж учителей, инструктаж технического персонала, и сегодня вечером состоится родительское собрание по безопасности детей. Стоит отметить, что сегодня 100% общеобразовательных школ и половина детских садов Ангарска снабжены системами наружного видеонаблюдения. События в Улан-Удэ также подтолкнули к внеочередной проверке охранной сигнализации и тревожных кнопок, которые есть в каждом учреждении. В учебные часы в каждой школе теперь дежурит администратор из числа работников, который следит за порядком на этажах. Но и родителям стоит быть внимательнее к своим чадам и при возникновении случаев неоправданной агрессии срочно обращаться к психологам. Наталья Зарубина, Роман Буйнов, Дмитрий Новопашин. Местное время. На первом в этом году рабочем заседании окружной думы обсудили 5 вопросов. Депутаты внесли изменения в ряд нормативных актов. Нововведения необходимы для того, чтобы привести документы в соответствие с областным и федеральным законодательством. Еще одна важная тема – создание на территории Ангарского округа первого ТОСа. Мы начали работу по формированию первого ТОСа в этих границах еще летом прошлого года. 15 сентября началась работа во дворах. 19 сентября выбрали инициативную группу. Затем вместе со специалистами ЦПО было проведено 48 информационных собраний, на которых жители выдвинули делегатов на конференцию. Потом шел поквартирный обход со сбором подписей в поддержку делегатов. И за 10 дней до проведения конференции началась работа с делегатами. Через неделю на официальном заседании депутаты должны будут утвердить границы ТОС-перекресток. Поговорили и о выборах, но не президентских. В этом году определять дворы для благоустройства будут путем голосования. Порядок процедуры определят позднее. Ролик с жалобами на ужасное состояние Ангарской инфекционной больницы накануне разлетелся по социальным сетям. Видео сняла пациентка. Вместе с интернет-пользователями на новость отреагировал и региональный Минздрав. Сегодня в Ангарск выехал главный врач областной инфекционной больницы. Подробности в сюжете далее. Облупленные стены, из которых штукатурка осыпается огромными кусками. И в таких условиях вынуждены находиться маленькие дети. 2/3 пациентов инфекционной больницы – несовершеннолетние. Автор ролика Анна Шишкова призналась, что смогла пробыть в больнице лишь несколько часов. Как бы условия тоже имели место быть, но это была не главная причина моей выписки. То есть я приехала под наблюдениями, на самом деле было, ну, грубо говоря, все равно, да, где, как, что и почему, потому что я переживала за здоровье своего ребенка.
Но уже с утра, оценив как бы ситуацию, понаблюдав, как детки себя ведут, что там происходит, при дневном свете обсмотрев, где я лежу, что надо мной висит, ну как-то, конечно, стало немножко не по себе. Вот это здание Ангарской инфекционной больницы было закрыто более чем полгода. За это время вполне можно было сделать не только косметический, но и капитальный ремонт. Однако, как мы видим в роликах, опубликованных в социальных сетях, ничего не было сделано. О ремонте, сделанном несколько лет назад, напоминают только пластиковые стеклопакеты. Внутренняя отделка, увы, не выдержала испытания временем. По словам главного врача учреждения, срок гарантии на выполненные работы уже закончился. Почему ремонт оказался недолговечным, покажет экспертиза. Мера по замещению туда пациентов была вынужденная, поскольку здание с марта прошлого года не функционировало и пациенты туда не госпитализировались. Госпитализация была вынуждена тем, что повысился приток пациентов. В связи с этим я принял решение все-таки госпитализировать их туда, чтобы оказывать медицинскую помощь. Пик заболеваемости был зафиксирован в середине января. Свободных мест в обоих зданиях инфекционки не было. Сейчас количество пациентов уменьшилось, и медики планируют вновь закрыть требующее ремонта здание до принятия по нему окончательного решения. Евгения Шильникова, Роман Буйнов. Местное время. Волшебное кружево звезд. В художественном центре открылась выставка рукоделия. 25 авторов подготовили 200 экспонатов. Изображения Вселенной представлены с помощью кукол, сувениров, кружева и даже ювелирных украшений из стекла. Блестяще, красиво. Когда не было возможности со стеклом, я из бисера цветочки делала. Вот. А когда появилась возможность со стеклом, мне просто больше стекло нравится. С него можно, ну, сделать, в общем-то, в принципе, все. Тема экспозиции выбрана не случайно. Таким образом, художники отметили возрождение в школах уроков астрономии. Посетители выставки смогут оценить космические экспонаты до 10 февраля. Таковы главные новости дня. Всего вам доброго и до встречи.